Всем привет! Всех с победой, очень важный. Это, наверное, самый непростой матч в моей карьере был. Как я, наверное, в аду побывал, немножко даже не сдержался эмоциями в машине на обратном пути. Но я бы хотел сказать, наверное, следующее, что я не идеален, как и любой человек. Допускаю ошибки. И все мы грешные, к сожалению. Поэтому я во многом, наверное, виноват в этом. То есть могу винить только себя, но в такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной и которые меня поддержали в такую трудную минуту. Вы были рядом со мной, близкие, родные, семья, друзья. И в такие мгновения ты узнаешь. Даже люди, которые мне не знакомы, поддерживали, их очень много. И на стадионе были люди, которые безумно ликовали. Я благодарю вас всех, я вам очень благодарен, я никогда этого не забуду, он всегда будет со мной. Фу, это мой путь, наверное, непростой, что бы там дальше ни было, я в любом случае благодарен вам. Я не идеален и никогда на это не уповал. Фу, но в целом я надеюсь, что я смогу прожить достойно свою жизнь и буду хорошим человеком в любом случае, как бы иногда не оступался или не ошибался. Спасибо вам огромное всем звездам, которые меня поддержали. Спасибо вот всем людям, не безразличным. Я вам очень-очень благодарен, честно. Сдерживаюсь максимально, стараюсь, чтобы не быть тряпкой или показушником. Это не про меня. Но сегодня было очень. И спасибо команде, особенно ребятам, сплотились, поддержали прям. Мы понеслись, это прям сегодня мы показали, что мы действительно команда. Благодарю всем, благодарю судьбу, наверное, за те уроки, которые очень, наверное, болезненные и жестокие для меня, но где-то я сам виноват. Так что всем в любом случае добра. Я стараюсь не сломаться, но сегодня было очень тяжело. Спасибо огромное.